Выступает герой социалистического труда Александра Моисеевна Кипкало. Я беру в 1974 году обязательство обмолотить 650 гектаров зерновых и намолотить не менее 10-12 тысяч центнеров хлеба и сэкономить 5% горюче-смазочных материалов. Взяла шефство над молодыми механизаторами. Чтобы сдержать слово, надо много и напряженно поработать. Здесь будут и ранние зори, и поздние вечера на хлебном поле. Но нас не пугают трудности. Я призываю женщин России смелее идти работать на комбайне.